Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать на ТВ Бинго! Ведь вы смотрите игру с самым большим игровым призовым фондом в Казахстане. Можно выиграть практически 6 миллионов тенге. Ну, плюс-минус. В студии Маржан Казыбаева. И Сергей Погосян. Кайлы күн, кымбатты достар. Астана қаланың туған күнімен барша қазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймыз. Әр қашанда аспанымыз ашық болсын. Бақытшылық, бейбітшілік тілейміз. У нас сегодня огромное количество праздников, друзья мои. Пользуясь случаем, мы хотим поздравить всех астанчан с Днем Астаны. С праздником, дорогие друзья! Я хочу поздравить всех казахстанцев с Днем нашей столицы. С праздником, дорогие казахстанцы! Больше того, Маржан, ты представляешь, оказывается, сегодня, в день своего 50-летия, люди пришли для того, чтобы сыграть с нами в прямом эфире. Ну, это, конечно, приятно очень. А на ТВ Бинго продолжается щедрое лето. Да. Все лето будут в продаже билеты специальной серии 206 стоимостью 100 тенге, которые примут участие, купив однажды в 10 тиражах подряд. Ваши выигрыши накапливаются, в конце лета вы получите все свои призы. Вот что такое бинго «Щедрое лето». Ну, чего? Начнем, пожалуй, друзья мои. Давайте мы познакомим вас с нашей уважаемой тиражной комиссией, которая сегодня в воскресенье нашла время для того, чтобы разделить с нами эту радость. 50 минут эфира. Прямого эфира, друзья мои, игры ТВ Бинго. Знакомьтесь с нашей уважаемой тиражной комиссией. Как всегда, мы начинаем знакомство с председателя. Председательствует сегодня у вас готовы аплодисменты, дорогие друзья, дорогие гости, Коробейщикова Анна Илларионовна, юрист, руководитель общественного правового центра. Ей первые аплодисменты. Также у нас в комиссии ответственный секретарь тиража Абдусаметова Айгуль Аблизовна, частный предприниматель. Также, друзья мои, у нас в студии сидят юбиляры. Я хочу вас с ними познакомить. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Даулет. Даулет, а разве дома не накрытый дастархан? Почему? А, вы уже отпраздновали? Ну, я вас тоже поздравляю с 50-летием. У нас есть еще один юбиляр. Нет? Нету больше? А, нет, есть. Серьезно? Может быть, мы чуть позже познакомимся. Я никогда не поверю, что ей 50. Максимум 35. Максимум 35, друзья мои. Ну вот, вроде бы всех поздравили, а теперь надо посмотреть на то, сколько билетов участвует в нашей основной игре. Отчет нашего компьютера на экран. Какие билеты? Билеты по 100 тенге, бинго 100, 024, 026 и универсальный билет серии 306. И бинго 200 серии 021, 023 и универсальный билет, который дает возможность играть 5 игр подряд, серии 305. Ну, 305-я серия стоит 1000 тенге, остальные билеты стоят 200 тенге, а билеты бинго 100, значит, стоят 100 тенге, а вот универсальный билет, который дает играть 5 игр подряд, стоит, соответственно, в 5 раз больше 500 тенге. Вот такая математика, Маша. А теперь сколько таких билетов продано на сегодняшнюю 26-ю игру бинго? А на 26-ю игру бинго, друзья, продано 90 696 билетов. Бүгінгі тиражға 96-96 билет сатылған. Планируем призовой фонд 5 миллионов 827 400 тенге. Жалпы жүлде қоры 5 миллион 827 400 тенге. Призовой фонд бинго 1 миллион 43 004 тенге. Бинго жүлде қоры 1 миллион 43 004 тенге. Так, следующий отчет компьютера появится тогда, когда надо. Конечно. Да. А мы, друзья мои, напомним вам, как определить, в какой игре играет билет. Многие задают нам этот вопрос. Достаточно его перевернуть и посмотреть на штамп. Видите, первые две цифры – это регион 30. В данном случае это Караганда. В Караганде, в Карагандинском регионе был продан этот билет. Следующие три цифры – 507 – это личный код агента. Мы точно знаем, что под номером 507 скрывается, допустим, Марья Ивановна Колыванова. Ну, например. Да. Следующим 26 – это тираж. Ну, у нас сегодня 26-й тираж. А вот последняя цифра, кто бы догадался, это год. В данном случае 4, значит, 2014 год. Точно такой же штамп ставится на билеты моментальных лотерей со вторым шансом. Сегодня билеты со штампом 26-го тиража, вот они в кружочке, примут участие в розыгрыше денежных призов. Да. Ну вот, собственно говоря, все всем объяснили, всех поздравили. И сейчас еще раз, друзья мои, пользуясь случаем, мы хотим напомнить, что 16 лет назад в Казахстане появилась замечательная, красивая, новая столица, которая называется Астана. От всей души поздравляем всех казахстанцев с праздником. И сейчас поводов для гордости у нас станет еще больше. Давайте проверим, кто же из наших игроков является бинго-экспертом. Да. Ну, как это будет, вы знаете наверняка. Сейчас компьютер методом случайного выпадения четырех последних цифр их определит.
8-9-3-9-5-1. И что у вас, Бисбер? Подскажет нам, что 8 игроков имеют шанс сыграть. Сега, Селедки, Жюльдец, да? Да. Что должны сделать эти 8 игроков? Смотрите, позвоните к нам по телефону. 8-7-2-7. Это телефонный код Алматы. Номер телефона 354-02-10. И для абонента «Бинго-эксперт» необходимо оставить о себе следующую информацию. Во-первых, сказать, из какого города или населенного пункта вы к нам позвонили. Во-вторых, ну, надо представиться, во-первых. Конечно. Да. Потом обязательно оставить телефонный номер и телефонный код вашего города или населенного пункта. Можете оставить номер своего мобильного телефона. Не отключайте его во время этих 50 минут. Да, и потом, чтобы мы поняли, что вы это вы должны оставить контрольный номер на вашем билете. Посмотрите, где он находится. Вот вместо вопросов будут стоять цифры. Когда вы их назовете, мы поймем, что вы это один или одна из 8. И наши агенты с вами свяжутся, а мы с Маржан будем ждать ваших звонков. В честь праздника в Астане проходят самые захватывающие мероприятия. Например, вечер классической музыки «Река звука». Сцена, где будут выступать артисты, построена прямо на реке. А мы, друзья мои, сейчас разыграем «Реку здоровья». Фильтры, друзья мои, для воды. И будьте, пожалуйста, здоровы, богаты и радостны. Билетный сон вышел на большой жильде. Я казан сута золотку штарку, Элат. 2-6-0. Это три последние цифры. Алта 0. Выигрышей 86. Сексия на алты билетки жильдец, да? Старный скотта болсын. Ой, я обожаю летние праздники, Маржан, они так хороши, можно встречать на свежем воздухе, как хорошо, кругом природа, комары ненавижу, да, а все остальное очень нравится. Праздники всегда хорошо, Сереж. Кстати, на этого бинго тоже все лето проходит праздник, называется «Щедрое лето». Билеты специальной серии 206 стоимостью 100 тенге принимают участие в 10 тиражах подряд. Ваши выигрыши накапливаются, и в конце лета вы получите все свои призы. Получи свою корзину призов. Получи свою корзину, друзья мои. А мы сейчас разыграем, друзья мои, специальные корзины для пикников. Выиграй свою корзину, отправляйся на пикник. Будем это разыгрывать по 4 последним цифрам номера вашего билета. Все на пикник. Алтабер Товас. 6193. Товас билетки еще детства. 9 билетов выиграли. И мы вас поздравляем. Как всегда, в День столицы всех жителей Астаны и ее гостей ждет праздничный фейерверк. Ну, между прочим, нас тоже ждет праздничный фейерверк призов. Призов? Например, в настоящий момент мы разыгрываем DVD-проигрыватель. Билетный сон готовится на большой якрет, жильди я казар DVD-плеер леркой лад. Два раза по 4 последним цифрам номера вашего билета мы разыгрываем DVD-плееры. 6091. Алта 0, то вас бар. 4-5-5-0. Тербис-бис-0. Вот, 21 выигрыш. Жирма Баржен Базбар. Старный скотта болсын. И еще в честь праздника в Астане сегодня открылся новый парк отдыха. Он так и называется «Столичный». Ну, а мы продолжаем культурно отдыхать, да, вместе с ТВ-бинго. Казар билетный сон отверт. Сан бонжа жюдие шарнцов кыштар койлад. Соковыжималки разыграем. Мы по 4 последним цифрам номера вашего билета. Отдыхайте, друзья мои, отдыхайте правильно. 6-5-2-8. Алтабес, Екосегас. Выигрышей 11. Женам Балдарсан Онбар. Поздравляем. Многочисленные концерты, музыкальные фестивали, выступления отечественных артистов и гастроли зарубежных звезд. Вот что такое День Астаны. Да, огромное количество ведущих, баснословные гонорары. А что мы здесь делаем, Маржан? А мы, друзья, разыгрываем призы, которые принесут праздник в ваш дом. На кону у нас магнитолы. И сегодня магнитолы мы будем разыгрывать по 4 последним цифрам номера вашего билета. 1-2-0-7. Берьека 0 жета. У нас 9 выигрышей. Того же нам позбару, старна скотта волсен.
В эти дни в Астане открылся новый национальный музей, аналога которому нет в Центральной Азии. В дни праздника вход в музей совершенно свободный. А на ТВ-Бинго в эти дни продолжается акция «Щедрое лето». Билеты специальной серии 206 стоимостью 100 тенге принимают участие в 10 тиражах подряд. Вот что такое «Щедрое лето». Итак, оймызда жалғастырайық. Қазір билетін соңғы төртсаны бойынша жүлдеге тігу машинелер қойлады. Швейная машина у нас на кону по 4 последним цифрам номера вашего билета. И 4 цифры уже определили 6-7-9-6. 6-7-9-6. 8 выигрышей. Сегіз билетке жүлдетті. Ой, друзья, поздравляем. Ну а у нас, друзья, розыгрыш Олжа. И сейчас у нас на кону 1 миллион тенге или автомобиль. Все будет зависеть от того, сколько вы заплатили за билет. Если 100 тенге, значит, выиграете миллион, а если 200, значит, Ладу Гранту. Вот так вот. Маржан уже заняла свое место возле нашего малого бенгатрона. И сейчас именно с его помощью и начнется розыгрыш. Шары будут извлекаться из нашего малого бенгатрона. И с помощью номеров на этих шарах мы узнаем номер счастливый на билете и номер серии на счастливом билете. Давайте посмотрим. От номера серии будет зависеть, это будет 1 миллион тенге или гранта. Сигасанетста? Ну, восьмерка должна быть в конце таких билетов 9133. Жета? Семерочка. 7-8. 943. Претендент остается. Уже меньше тысячи. Так, да, Сега Сану. Еще одна восьмерка, правильно, Маржан, да. 8-7-8. 100. О, 100 претендентов, надо же. Всего 100 претендентов. И сейчас... Алта. Шестерка. 6-8-7-8. Вообще их 9 осталось. 1, 3, 5 и 8. 9 претендентов и 4 варианта. Вот 8. Сега сама керега. 8, 6, 8, 7, 8 и... О, 6, 6 претендентов. Да, восьмерка. Восьмерка удивительно такая у нас... плодородная. Астана, Усть-Каменогорск, Алматы, Актобе, Алматы. Плюс еще, покажите мне, там еще есть вариант Петропавловск. Вот так вот, друзья мои. Ну что ж, теперь мы нацелены на определенное количество цифр. Тройка, шестерка, семерка и девятка. Да уж, в Астану надо отдать приз. Я думаю, госпожа Фортуна распорядится. В день Астаны... Ноль самый. Ноль нам не нужен. Мы отправляем шарик с номером ноль, специальный бункер-накопитель, потому что мы нацелены на тройку, шестерку, семерку или девятку. Девятка нам была нужна, друзья мои. И вот в результате у нас... Мы определились с автомобилем. В Петропавловск он уезжает, на самом деле, 026 серия. С выигрышем. 1 миллион уходит в Петропавловск, простите. Ну, тоже хорошо. 026 серия на билете, а номер на билете 5986878. Вот из билет Петропавловск, да. Ладан, серия с 0-жермалта, номер без того, сега, салта, сега, щета, сега. Угу. Поздравляем, да? Поздравляем! Друзья, сейчас несколько слов мы бы хотели вам сказать о наших моментальных лотереях с середины июня. Давайте посмотрим, прежде какой посмотрим. Выигрыш. Да, а потом уже о лотереях, да. Выигрыш у нас 1 миллион тенге в Петропавловск ушел, а на следующей неделе мы разыграем также 1 миллион тенге и автомобиль «Лада Гранта».
Все. Ну, а теперь предлагаю поговорить о более крупных суммах, поскольку мы подошли к основной Давайте, игре. Друзья мои, да. Нет. Почему? А мы разве не будем говорить о моментальных лотереях? Ну, пока к нам никто не дозвонился, думаю, серьезно? Рановато. Серьезно? Нет, по-моему, надо обязательно сказать о моментальных лотереях. Да. Давайте. Друзья мои, несколько слов о моментальных играх. С середины июня в продаже появляется новая моментальная игра. Просто это очень интересная информация, которая так и называется «Повезет, не повезет». Там цена билета всего 50 тенге, а вот выиграть можно 500 000. Ну, как мы могли такое вам не сказать, друзья? Сыграй в новую лотерею, проверь свое везение. Тем более, что к нам уже дозвонились. Да. А я хочу напомнить вам о моментальной лотерее, которая называется «Колесо фортуны». «Колесо фортуны», хорошее тоже. Обратите внимание, лотерея выпущена ограниченным тиражом. При цене билета всего 100 тенге вы можете выиграть аж 1 миллион тенге. Да, а еще, друзья, в разгар чемпионата мира по футболу особую популярность, приобрела. Приобрела мгновенная лотерея, которая называется «Олимпийский факел». Мы опять вспомнили о спорте, друзья мои, начали болеть за наших спортсменов. На билете 4 игры, главный выигрыш 1,5 миллиона тенге. Неплохо. Выигрывает каждый 4-й билет. «Олимпийский факел» осветит путь к победе. Любителям карточных игр адресована моментальная лотерея «Джокер». Угу. Особенность этой игры – множество выигрышей от 5000 до 50 тысяч тенге. Главный же приз – 200 тысяч тенге. Выигрывает каждый 4-й билет. Кстати, с 1 июля стартует новая летняя акция «Джокер. Прими шанс в подарок». Вау. Напомню правила. Купите 3 билета «Джокера», угу. 4-й получите бесплатно. Акция продлится до конца года. Если наш торговый агент не выдал вам подарочный билет, немедленно звоните в свое региональное представительство. «Джокер Баб. Проблем жок». Так, ну все, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Как здравствуйте. Вас зовут? Как вас зовут? Ирина. Ирина, вы из Астаны? Нет, из Сарканда. Из Сарканда? Но да. Это тоже хорошо. У вас в Сарканде ощущается праздник, День Астаны? Да. Серьезно? Да. А как? Ну, как на площади у нас торговля, как-то это... Все по-праздничному. Праздничные мероприятия. Вот мне нравятся сарканские, да? Праздник, значит, на площади торговля. Не праздник, значит, торговля на площади. А-а-а. Это хорошо, это нормально. Ну, смотрите, сейчас у нас без всякой торговли будет, значит, будем мы вам давать 30 тысяч тенге. Если вы верно ответите на вопрос. Смотрите, если выигран джекпот, с какой суммой стартует новый джекпот? Ирина, значит, 1 миллион тенге... 3 миллиона тенге или 5 миллионов тенге. Так, Ирина, у нас буквально недавно забрали джекпот. Да. Могу еще раз повторить. 5 тысяч, это не солидно. 5 миллионов, 3 миллиона. 5 миллионов. Конечно. Или 1 миллион. Точно. Вы уверены? Может, 3. А, кстати, кто подсказывает? Кто подсказывает? Муж. Ага, молодец. Муж. Он играет? Играет, видимо. Как его зовут? Александр. Ну, молодец, миллионов, Александр. Наверное. Конечно. Да, уже, конечно, уже давно. Это вот Александру мы дали вот эту вот возможность. Александр, у вас молодец, Ирина. Правильно вышли замуж. Теперь да, у вас 30 тысяч тенге. И еще билет этого бинго на сумму 5 тысяч тенге тоже ваши. Спасибо большое. Так, ну что, мы начинаем основную игру теперь. Давайте давайте вспомним, сколько у нас билетов участвует в нашем сегодняшнем тираже. Количество участвующих билетов 90 696. Бүгінгі тиражға 96 билет сатылған. Планируемый призовой фонд 5 827 400 тенге. Жалпы жүлде қоры 5 827 400 тенге. Призовой фонд бинго 1 043 004 тенге. Бинго жүлде қоры 1 043 004 тенге. Теперь что можно получить еще, как говорится, до 34-го по счету шара? Можно получить джекпот. На 35-м и так далее, и так далее. Посмотрите, по нашим скромным подсчетам, 7 681 727 тенге можно выиграть, если бинго сложится до 34-го включительно по счету шара. Ну вот все, рассказали. В таком случае мы желаем всем нашим игрокам успехов. И удачи. И удачи. Давайте. Шары начинают перемешиваться в хаотическом порядке. Ну и хорошо. Номер 14. Он тоже санадиста.
6. Алта санатста. Семьдесят восемь. Жет постега сама. Ну, а я пошел к нашим юбилярам. Так, а я смотрю, вы без билетов, да, пришли? Вы все это записываете на отдельную бумажку? Да, билеты дома остались. Понятно, билеты остались дома. Жена, видимо, не дала с собой билеты, сказала, ты потеряешь. Точно угадали. А вообще вы долго играете с нами? Я раньше играл, года 4 уже, кажется. А сейчас что, перестали, что ли? Перестал. Почему? Не знаю даже. Жена не дает деньги на билет? Почему? Дает. Дает. Как отметили, расскажите. Ну, в кругу друзей. В кругу друзей. Это вчера получается, потому что сегодня... 2 июля. А, у вас 2-го? А, ну хорошо. Понятно, мы думали в этот же день. Так, номер 35 отметьте, пожалуйста. От сбеса. Ну, а вообще выигрыши были? Были мелкие. Что, например? Утюг, фен. Утюг-то хороший, работает? Ну, уже года 10 работает. Фен, я так понял, не совсем для вас, да? Больше для жены, наверное. У вас короткая стрижка, как у меня сейчас. Вы угадали, точно. И что, и утюг ей выиграли, и фен, и не дает играть в бинго? Почему дает? Играй. А как ее зовут? Замзагуль, вы уж разрешите, пожалуйста, вашему мужу играть в бинго. Уж больно ему это нравится. И отпускайте его сюда. Здесь с ним ничего не случится. А еще лучше, приходите вместе. Представляете, в воскресенье вы приходите к нам на телевидение. Играете. Кто знает, может быть, вам повезет в игре с гостями нашей студии. У нас, кстати, сегодня, я смотрю, там какие-то замечательные чудо-кастрюли, микроволновая печь, набор посуды, деньги, пригласительный на заключительный тираж бинго «Щедрое лето» с огромным количеством подарков. И швейная машина, еще и кондиционер. Так, что у нас там? Какой следующий? Номер 12. Сексен без, он ека, стандарт стабильный, мистер Стар. Так, давайте поговорим с вами. Это получается у вас. А когда? Как? День рождения когда? Вчера. Вчера был, да? Ну, как себя чувствуете после вчерашнего? Хорошо. Ну, расскажите, как вам везло с бинго или не везло? Нет, везло. Я один раз 15 номеров выиграл. 15 номеров? Давно? Уже потратили деньги? А то сейчас бандиты сразу к экранам говорят, ну-ка, да. Может, занять можно? Нет, нет, давно уже. Давно? И что сделали с этими деньгами? Машину купил. Вы что, а какую? УАЗ машину купил. УАЗик? Что-то еще оставили потом все. Представьте, как вас зовут и из какого города вы к нам приехали. Пахет меня зовут. Я вот здесь, село Харгаля, Харасайский район. Там живу. Ну, то это делали, Баке, когда выиграли? Или так потихоньку выиграли? Нет, нормально. Нормально? Собрали? Да. Родственники деньги занимали потом? Говорили. Баке, у тебя много теперь денег. Нет, нормально было. Ну, хорошо. Пользуясь случаем, мы вас поздравляем со вчерашним юбилеем. Это очень хорошо. И приходите к нам не только по великим праздникам, но и вообще каждое воскресенье. И вы, дорогие друзья, тоже не откладывайте все в долгий ящик. Приходите к нам. Каждое воскресенье у нас весело. А следующий номер, который мы с вами должны отметить, номер 9. А следующий номер, который мы с вами должны отметить, номер 16. Алпас без, жирматюр, тогас, он алта сандартста. Да, сейчас мы повторим все номера. Записывайте, друзья, значит, все номера с самого начала. 14. 16. О, 6. Алта. 78. 64. 35. 85. 12. 65. 24. 9. 16. 73. Ну и вот какая картина, друзья мои. 119 билетов имеют 7 совпадений, 7 билетов имеют 8 совпадений, 1 билет имеет 9 совпадений. А я хочу с большим удовольствием приступить к нашей любимой рубрике «Звездный час». Да, давайте отметим очередной выпавший номер. Номер 1. Барсанец, да?
На прошлом тираже огромное количество призов ушло в Шымкент. Помнишь, Сереж? Да, я помню. Это был день Шымкента на ТВ-бинго. И уже в минувший понедельник за своими выигрышами пришла 51-летняя жительница этого города Жанат Каратаева. Список выигрышей Жанат выглядит просто удивительно. Но обо всем по порядку. Оказалось, что на 25-й тираж ТВ-бинго накупила 17 пачек билетов. Сколько? 17. Пачек? Не билетов, пачек. Пачек номер 3. Эшсана. Ну, я надеюсь, она выиграла микроволновую печь? Мы перечислим в итоге, что она 17 выиграла. 17 тысяч флешек выиграла она, нет? Нет. Такой азарт, конечно, не остался незамеченным. Жанат выиграла не только вещевые небольшие денежные призы, но и миллион тенге. Ой, ну вот это хорошо. Номер 36. Вот Залта Сана. Это хорошо, да? Да. Тем более мы потом в итоге перечислим все, что она выиграла. Она работает на рынке и воспитывает двух дочерей. Она играет в лотерею несколько лет. Раньше она покупала не больше 2 билетов на тираж, но неделю назад она вдруг купила 1700 билетов бинго, чем удивила и себя, и всех сотрудников регионального представительства. Ведь билеты она покупала именно там. Саму игру Жанат не смотрела, а попросила сотрудников лотереи помочь ей с проверками билетов. Ну надо же, слушайте. А не прошло и 5 минут, как на Жанат обрушился шквал поздравлений. Один из первых проверенных билетов принес ей 1 000 000 тенге в специальном розыгрыше «Сыграй по-крупному». От радости и удивления Каратаева лишилась дара речи. От Сега стоит стандарт, что везде. Женщина призналась, что непременно продолжит играть в лотереи. Все мечтают о джекпоте, а я хочу получить машину. Нашей маленькой семье автомобиль просто необходим, говорит, да, Жанат. Так что лотерея без нас не заскучает. На следующий тираж я билеты непременно куплю, а выигранные деньги потрачу на обучение дочерей. Так, значит, отметьте, пожалуйста, вот номер 38. Вот Сегас. 4. Тет. И 86. Сексинал, пасандартиста. Маржан, а я не понял, как она лишилась дара речи, а потом она призналась, что непременно продолжит играть в лотерею. То есть она, ну, в письменной она пришла форме... в себя. А, пришла в себя и призналась. Да. Ладно, знаете, сейчас вы все лишитесь дара речи, потому что я сейчас расскажу, какие еще призы достались Жанат. Значит, смотрите. Кроме 1 000 000, она еще выиграла 3 раза по 14 совпадениям. Это около 10 тысяч тенге каждый. То есть еще плюс 30 тысяч тенге. Выиграла по 13 совпадениям. Это, считай, 1000 тенге почти. 2 раза выиграла по 500 тенге. 3 раза выиграла по 2500 тенге. 200 утешительных призов она выиграла. Номер 55, отметьте. Я люблю санэцта. А еще Жанат получила 2 кофеварки, 2 утюга, электронную книгу. Вот классно. Микроволновки, к сожалению, в этом списке нет. Ну, значит, будет. Значит, будет. Если она такими темпами будет брать билеты, будет и микроволновка. Поздравляем. Конечно. На самом деле, замечательная история, и приятно, что она со счастливым концом. И от всей души желаем выиграть еще и автомобиль желанный, долгожданный. Друзья, с 23 июня по 31 августа на ТВ-бинго идет акция «Щедрое лето». Вы покупаете билет серии 206, и он играет в 10 тиражах подряд. А потом участвует в праздничном тираже с особо крупными призами. С особо. Уже есть первые счастливчики, выигравшие денежные призы на нашем «Щедром лете». Номер 15, отметьте. Он без. Друзья, храните ваши билеты, ведь они могут выиграть не один, несколько раз. Это очень важно, друзья мои. Все ваши выигрыши накапливаются, и вы получите их после финального тиража 31 августа. Кстати, в этот день мы разыграем 3-миллионное бинго и на марку, и бытовую технику. Следующий номер 37. Вот же-то. Так что чем раньше вы купите билет 206 серии, тем в большем количестве тиражей он сыграет. Да. Напомним, что билет всего 100 тенге стоит и играет в каждом тираже, в каждом, до конца лета. Вот что такое «Щедрое лето» от ТВ-бинго, Маржан. Друзья, ну а теперь на нашем сайте kozloto.com 5 дней в неделю работает онлайн-консультант. Да. На ваши вопросы ответят компетентные сотрудники национальной лотереи. Заходите. Здесь жирмачета санат стабилилю. То есть на любые вопросы, связанные с лотереей, номер 27, отметьте. Женат ли Сергей Погосян? Не надо спрашивать. Спросите лучше об этом у него самого.
Ответите. Жирма сануется. Друзья, национальная лотерея приглашает на работу продавцов лотерейных билетов. Это очень важно. Давайте к нам в семью. Не важно, какого вы возраста. Важно, что вы хотите работать. Если вы человек бодрый, активный, энергичный, пожалуйста, приходите. Оплата сдельная. Обращайтесь в наши региональные представительства. Телефоны представительства есть на нашем сайте или у торговых агентов. Номер 62. Алпас ЕКО. А еще мы хотели бы акцентировать ваше внимание на нашей газете «Лото Обозрение». И помните о том, что на эту газету можно подписаться, и тогда она сама будет к вам приходить. Она выходит каждый понедельник. Она рассылается по всем регионам. Спрашивайте у торговых агентов в киосках. Хотите подписаться? Номер 71. Жетпасбар. Пожалуйста, запомните подписной индекс в основном каталоге. 64-382. И подписывайтесь на эту газету на здоровье. Вот такая вот у нас газета. Теперь готовьтесь отметить следующий номер. Номер 30. Вот это самое. Отметили? Так. Продолжается конкурс «Наша игра» на лучший слоган, стихотворение или рассказ о бинго, посвященный 15-летию игры. Авторов лучших работ ждут ценные призы, а их стихи и слоганы прозвучат в нашей программе. Сегодня представляем работу алматинцев Тауфика Абдулвалиева и Галины Денисбековой, а также Балхаш Кайпановой, не указавшей, кстати, свой родной город. Сексеныч Саноцта. Номер 83. Тауфик Абдулвалиев основательно подготовился перед конкурсом. Он прочел множество литературы о лотерее бинго и выяснил, что появилась она в Италии в первой половине 16-го столетия. Своей любимой игре Тауфик Каримович посвятил целый цикл забавных частушек. Жирматова Сана. Номер 29. Ставьте ушки на макушке, проверяйте свой билет. Про игру спою частушки, ей всего 500 лет. Много лет она вертела разноцветный барабан. Наконец-то прилетела итальянка в Казахстан. Теперь наши называем по душе тебе и мне. Нам шары напоминают баурсаки в казане, пишет нам автор. Номер два на следующем баурсаке. А мне, Маржан, знаешь, больше нравятся строки, посвященные вот ведущим ТВ «Бинго». Нам с тобою. Такое ощущение, что теперь каждый тираж у нас с тобой день рождения. Как это приятно. Да, да. Вот послушай, номер 25. Жирмабесана. А ведет корабль смело лотерейный капитан, развеселый и умелый, справедливый Погосян. Красиво сказано. То есть С Погосян, справедливый Погосян. Здесь Сергей призы вручает правую и левую, а Маржан все называют бинго-королевою. Улыбаться так прекрасно, милой девушке не лень, от ее улыбки ясным станет даже хмурый день. Все стоит у барабана, раздает подарки, и летят по Казахстану деньги, иномарки. А теперь я прекращаю петь о лотерее, казахстанцев поздравляю с бинго-юбилеем. Никогда не унывайте, лучше бинго покупайте, и судьба преподнесет на тарелочке джекпот. Значит, там, пока мы читали, спасибо за наше произведение. Давайте нижнюю строчку еще раз вам напомним. 29. Жирматовас. 2. Ека. 25. Жирмабес. 75. Жетасбес. 50. Елюсан. И еще один номер. 58. Елюсегас. Сереж, мне никогда не посвящали стихи в таком количестве. Да. Галина Денисбековна тоже написала о нас с тобой. Представляешь? Серега шутник, озорник молодой, Маржана в программе цветочек живой. Посмотришь на них и душа оживает, удача уж точно нас всех ожидает. Билет ТВ «Бинго» я часто беру и жду с нетерпением вашу игру. Ой, спасибо. Спасибо за теплые слова. Номер 90. Топ сам самец. Это какой-то бенефис, Маржан. Вот Балхаш Кайпанова написал нам. В ТВ «Бинго» я играю уж который год. Воскресенье жду удачу, вдруг мне повезет. Вот Маржан своей улыбкой очарует нас, а Сережа словно в цирке рассмешит сейчас. Чтобы смехом хоть немножко стресс убрать в кругу, пусть же бинго всем исполнит давнюю мечту. Спасибо вам, спасибо. Дорогие друзья. Спасибо. Удивительные стихи, правда.
Очень теплые, душевные. Мы получили удовольствие. Номер 23. Он, Жирмаш, Сандатстан. Мы благодарим всех, кто нам пишет. Мы хотим напомнить, друзья, что конкурс продлится аж до 12 ноября. Вообще, я бы его сделал постоянно, Маржан. Да, нам нравится. Если честно. Но, тем не менее, 30 ноября на юбилейном тираже «Бинго» мы выберем победителей. Все они получат ценные призы. Условия конкурса в газете «Лото Обозрение». Или пишите нам, пожалуйста, номер 60 отметили? Алпасанатстан. Пишите нам, пожалуйста, на электронный адрес nlk@kazloto.com. Или на обычный адрес 050-010 Алматы, Багинбай Батыры 52, конкурс «Наша игра». А мы приглашаем всех казахстанцев сыграть в бинго в прямом эфире. Звоните, приезжайте, мы всегда очень рады всем гостям. Да. Все справки по телефону 8727, код города Алматы, номер 2738-097. Екі жеті жүз отыз сегіз ноль тоқсан жеті. Жазып алыңыз, келіңіз бізге қонаққа. Да. Номер 40. Қырғызстан атыста. Если не увидели наш тираж, то посмотреть запись всегда сможете в любое время на сайте национальной лотереи kazloto.com. Результаты сегодняшнего тиража уже будут в 7 часов вечера. Свои билеты вы можете проверять хоть каждый день. Также результаты тиражей публикуются каждый вторник в газете «Экспресс-К», «Лото Обозрение». Наши торговые агенты проверит ваш билет уже завтра. Так, это что там у нас было? Номер 87. Номер 34. Вот, Сана, кстати, уже 43-й по счету выпавший шар. Мы профукали джекпот. Да, слушайте, бинго уже вот совсем. Совсем рядом. У нас уже есть 11 победителей по второй денежной категории. 190 выигрывает по третьей денежной категории. Возможно, в честь праздника у нас будет не один, а номер несколько 76. Победителей. Бинго. Жет Пасалты Сана. Ну вот сейчас, Маржан, надо быть очень внимательными. Ну, мы вообще всегда внимательные, но сейчас как-то по-особенному. Потому что бинго я чувствую. Его дыхание. Уже рядом? 67. Алпас Жета. О! О! Смотри, 45-й шар. Знаешь, будет несколько бинго. Возможно. Бинго почкуется раз. Бинго почкуется два. Бинго почкуется три. На месте шарик за номер 31. Отас Барсана. Ты смотри-ка. О, бинго! Кстати, один. Одно! Я ошибся, друзья мои. Я думал, будет несколько бинго, но на самом деле это лишний раз подтверждает, что никто не знает, сколько бинго будет, когда бинго будет, на каком шаре. Но, тем не менее, мы точно можем подвести итог. На 36-м по счету шаре 46. Сложил. А я сказал, 36-м. Угу. Прости, я подумал о возрасте. На 46-м по счету шаре сложилось бинго, которая принесла своему владельцу вознаграждение по первой категории. А владелец или владелица живет в Петропавловске. Сегодня праздник в Петропавловске. Сегодня праздник в Петропавловске. Сегодня будет жарко. Так, значит, 023 серия на билете. Номер на билете 260-013-26. Вот с билет Петропавловск, серия 023, номер ЕКА-АЛТА-0. БРШ ЕКА-АЛТА. Что говорит статистика? Статистика говорит, что это 23-е бинго, которое сложилось в Петропавловске. А вот здесь еще зимой... А там зима. Да нет, на самом деле, там тоже жаркое и щедрое лето, как у нас на бинго, друзья мои. Ну, давайте посмотрим и сколько тех, кто выиграл по второй категории, по третьей. Значит, по третьей категории у нас 412 победителей. Еще категория дает Джессон Якутас билет. По второй Маржан 26. Еканши категория Дажир Малта. Ну и по первой из Петропавловска. Бинго Бруинши Петропавлодан. Да. Кто сколько получит, вас интересует? Конечно. Не вопрос. Смотрим. Если 13 номеров у вас совпало, вы получаете 770 тенге. Еканши категория Даутстар Назбуганжета Жетпас тенге. Ну, конечно, если у вас 14 номеров совпало, то вы получаете 13 953 тенге. А еканши категория Даутстар Назонныш Монтокжес Еле Иш тенге. А в Петропавловск отправляется сумма 1 миллион 43 004 тенге. Бинго 1 миллион 43 000 тенге. Что стало с джекпотом? С джекпотом ничего не стало. Он перешел на наш следующий тираж. По нашим скромным подсчетам, почти 8 миллионов тенге будет бинго плюс джекпот следующего тиража. Ну и я напоминаю, что самый большой он до 34-го шара, а на 35-м тоже можно будет взять кусочек.
От всей души всех победителей поздравляем! Если наши поздравления не дошли до вас, это не проблема. Будем утешать. Утешительные призы по двум последним цифрам номера вашего билета. Жубанаш Силовтар билетный сонга Ексана Бойнша он ретой на тлат. 8-2. Сега-сега. 7-6. Жета алта. 1-3. Бар-эш. 0-0. 0-0, Сандар. 8-6. Сега-салта. 9-1. Тохас-бар. 9-3. Тохас-эш. 7-0. Жета-ноль. 3-5. Эш-бес. 2-9. Екатогас. Ну вот, количество победителей 9385. Жена Паздарсана Тогазман 667 без. И если бинго 100, то значит вы получаете билет серии 206. Если бинго 200, то значит два билета серии 206. Вот старный Скотта Болсон. Да. Ну а теперь думаю, что пора дойти и к музыкальной паузе. Давайте отдохнем немножко, да. Хочется музыки. Чего-то такого, цветов, музыки хочется. Всех казахстанцев с праздником. С днем Астаны поздравляет группа Тимейдж. Тимейдж.
группа Teenage. Рахмет. Браво, ребята, молодцы. Ну, а мы сейчас будем разыгрывать деньги, друзья мои. Как говорится, музыка музыкой, а деньги еще никто не отменял. Ой, мы сдержал старам, жильдик я обшала, сила в таркой лад, бежи, деньги дем поставит. Да. У нас на кону, значит, 500 тенге по билетам бинго 100 и 2500 по билетам бинго 200. 304 первый вариант. 0, тет. Второй вариант 746. Жета, тет, алта. Последний мажан 235. Ека, эш, пес. И вот у нас 276 билетов выиграли. Ека же жет, пасалта, женам пасбар, от старна скотт волсен. Поздравляем. Праздник продолжается, деньги увеличиваются, друзья мои. У нас на кону 1000 тенге и 5000 тенге. Билет на самотеется на большая очередь, жильди я казар барманжене, без ман тенге ден койлад. 4, 9, 4, 3. 4, 9, 4, 3. 9, 8, 5, 1. 9, 7, без бар. 7, 5, 8, 8. Жета без, сега, сега. 25 выигрышей. Жирма без билетки жилец-то. Подтартаемс. Да. Теперь у нас 5000 тенге по билетам за 100 тенге и 25000 тенге по билетам за 200 тенге. Билет на сон готовится на большой жильде. Я кадр без, мы жене жирма без, мы деньги денкуйлад. Ну, а дальше уже будем разыгрывать миллион, понимаешь. 2, 9, 6, 6. Ека того салта алта. 9 выигрышей. Жена поздарса на того. Ой, друзья, поздравляем. Ну, а теперь у нас, извините за выражение, миллион на кону. Ну, или 200 тысяч. Будем это все решать с помощью нашего малого бингатрона. Как раз мажан туда пошла. Дошла. Приятно. Давайте его запустим и посмотрим. Появится у нас новый миллионер? Или появится через неделю? Розыгрыш «Сыграй по-крупному». Эш самец-то? Номер 3. А куда делись наши титры? Вот они, да. Не прячьте их от народа. Номер 3. Жета сана? Номер 7. В общем, если будет серия 23, значит миллион уйдет. Как говорится, по-крупному. Четыре. Четыре, семь, три. Сегас. Восемь, четыре, семь, три. Ну вот у нас 9 претендентов остается. Нам теперь нужны цифры 1, 3, 4, 6 или 7. Единичка, тройка, четверка, шестерка, семерка. Главное, конечно. О! Жета сана. Семерка кирилики. Нам была нужна, друзья. И вы знаете, у нас два претендента. 0 и 4. И везде серия 0, 2, 6. Значит, это речь идет о 200 тысячах. Значит, Егендабулак и Астана. 0 или 4. Егендабулак или Астана. 200 тысяч. Эш санец-то? Тройка в бункер. Барсана да кирежок. Единица.
Алта. Шестерка не нужна. Это сана. Так, семерка мне нужна. Ноль сана. Ноль нам был нужен, друзья мои. 0-7-8-4-7-3-1. Счастливчик из города Иген-де-Булак выиграл 200 тысяч тенге. Давай. Отыс билет Иген-де-Булак тан сириса 0-жермалта, номера алта 0-жеты-секас, перт-жеты-эш. Таптаймас. Ну, говорили, говорим и не устанем повторять, друзья мои, это бинго «Щедрое лето». У нас лично оно началось. Начинаем розыгрыш призов по билетам серии 206. Вы купили эти билеты? Вот смотрите, значит, эти билеты не выкидывайте, потому что они могут несколько раз вам выиграть. Все лето могут выигрывать. Если ваш билет выиграл, не спешите его обменивать на приз, потому что билет играет во всех тиражах до 31 августа. А ваши призы накапливаются. То есть вы потом обменяете на все призы ваш билет. Понятно? Вот сейчас будем два раза по трем последним цифрам номера вашего билета разыгрывать. О, по 1000 тенге, Маржан. Угу. Да. Смотрите. Поставик? Да. 1000 тенге будем разыгрывать по билетам серии 206. Форман два раза койлад, по трем последним. 4, 3, 6. 4, 6. Еще один вариант 3, 0, 6. 3, 0, 6. Вот, смотрите, 44 билета уже принесли своим владельцам 1000 тенге. 44 билетки жильдет стал, старна скотта болсен. Да. Каждую неделю на ТВ Бинго розыгрыш второго шанса по билетам 7 моментальных лотерей. Да. Результаты розыгрыша вы сможете увидеть на сайте Национальной лотереи уже сегодня в 19 часов. Одна из популярнейших моментальных лотерей называется «Мультикс». Игра «Мультикс» заставит вас задуматься. Главный приз – 3, 6 или 9 миллионов тенге. Плюс розыгрыш второго шанса. Вот что такое «Мультикс». Не пропустите, в продаже имеются все три «Мультикса». А я еще хотел бы обратить ваше внимание на игру «Тенге Алу». В этой моментальной лотерее вы можете выиграть приз, равный 10 миллионам тенге. При этом каждый третий билет выигрывает. Цена билета 150 тенге. Невыигрышные билеты на лотерее «Тенге Алу» участвуют в розыгрыше второго шанса. Вот прям как сейчас. В розыгрыше второго шанса участвует и другая моментальная лотерея «Розовый бархат». На билете 3 игры, 12 призовых категорий. Максимальный приз – 1 миллион тенге. «Розовый бархат» для ваших призов. А еще есть такая лотерея «Миллионер на год». Замечательная лотерея. Хотите выигрывать джекпот 12 миллионов тенге или квартиру стоимостью 10 миллионов? Играйте в «Миллионер на год». Билет стоимостью 500 тенге сделает вас настоящим мультимиллионером. Призы от 500 тенге до 12 миллионов. Вот что такое миллионер на год. Сыграет и миллионер аж 12 раз в году. Лотерея «Астана» и любимый город Алматы теперь выходит в одной серии «Две столицы». И у невыигрышных билетов появился второй шанс. В новой серии 9 призовых категорий от 60 тенге до 1 миллиона. «Две столицы» – двойная удача. Ну все, сейчас 5 раз по полному номеру билета, вот по вот этим вот невыигравшим моментальным билетом, мы будем разыгрывать денежные призы. 8 тенге. Тенге. Да. А я буду говорить какой, потому что у меня тут есть табличка. Спасибо, что она есть. По серии сразу скажу, какой билет. Вот, например, вот это вот билет «Тенге Алу», а номер на нем 933-1034, город Зыряновск. Зыряновск, там вот билет серии номер «Товас Эш Бар 0 Эш Тер». Вот уже по этому билету они выиграли 8 тысяч тенге. Следующий «Миллионер на год», кстати, называется из Алматы этот билет. 9-7-5-0-6-7-2. Вот из билета «Алматы Дан», серия «Жета-Жета», номер «Тогас Жета», без 0, «Алта Жета», «Ека». Следующий билет называется «Мультикс».
7583847. Серия сжет же сегас, номер жет без сегас, эш сегас тержета. Еще один из же сказгана «Две столицы», номер на нем 7486915. Вот из билет же сказгандан серия сжет же залта, номер жета терт сегас алта тогас барбес. И еще один миллионер на год из семьи, номер на нем 3514248. Семья денут из билет серия сжет же жета, номер шпес бар терт ека терт сегас. Ну вот, то есть мы дали невыигравшим билетам второй шанс. И некоторые на второй шанс получили 8 тысяч тенге. Поздравляем! Поздравляем. Давненько я глаз положил на вот эти вот кастрюли, друзья мои. Классная такая электрическая кастрюля, сама варит, получается. Ну, в общем, шикарно. И эти кастрюли уже получают гости нашей студии, которых я приглашаю сюда. Для того, чтобы они знали, кто выходит, а кто остается хлопать, мы с Маржан запустим наш малый бингатрон и с помощью шарика с номером узнаем последнюю цифру на пригласительном жетоне или купоне. У нас здесь великолепный сервиз, великолепный... чек на 25 тысяч тенге. Пригласительный на бинго «Щедрое лето». Это, прежде всего, щедрые призы, друзья. Микроволновая печь, швейная машина, кондиционер, что особенно актуально летом. Ну, а как минимум, конечно, кастрюля. Жета сана. Вот все, у кого семерочка в конце и выходят ко мне сюда. Значит, это 07, 27... 37, 17, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 207, 307, 407. Просто я считать люблю. Так, ну, пойдемте, 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 вставайте прямо сюда. Представьтесь, друг. Константин. Константин, скажите, вас уже узнают на улицах? Говорят, что это тот самый Константин, который все время выигрывает ТВ Бинго. Ну, на улице не узнают, а те, кто игроки, те, конечно, узнают. Ну, я знаю, что вы почетный член, в хорошем смысле этого слова, клуба любителей национальной лотереи, так? Да. Все ясно. Так, ну все, у всех семерки в конце, все знакомые лица, прекрасно, запускаем бингатрон еще раз и желаем всем удачи. У вас пятерка, у вас единичка, тройка, у вас шестерка, а покажите. Зачем прячете? У вас семерка и у Константина двойка. Что же появится на поверхности? Девятка. Тоха, ну, сана, барма. Девятки тох не было ни у кого, ничего. Скажем так, отделались легким испугом все. Они же, конечно, они же не могут без электрической кастрюли прийти домой. Стиража бинго. Они уже привыкли что-нибудь стиражей приносить каждый раз. Поэтому... Так, девятка нам не подошла. А вот следующий шар. Ека. Константин. Что означает? Что означает постоянный игрок? Так, ну пойдемте, Костя. Все-таки я должен у вас спросить. Но это ладно. Поскольку вы часто появляетесь здесь, вы, естественно, у вас больше шанс выйти вот сюда вот для того, чтобы бросить кубик. А вообще, когда играете в бинго, есть какая-нибудь теория? Берете у одного агента или еще что-то? Ну, беру в клубе национальной лотереи в основном. Но теории никакой нет. Бросайте кубик. Без всякой теории. Бросайте. Итак, без всякой теории Константин бросил кубик и выиграл. Пойдем, друг мой. Под номером 2 у тебя пригласительный билет. Естественно, ты появишься еще раз. Бинго «Щедрое лето». Поздравляю. Ну вот, друзья, Константина оставили наедине с его пригласительным, а мы оставляем вас наедине с самими собой. Встретимся ровно через неделю в программе ТВ Бинго с Маржан Казыбаевой. И Сергеем Погосяном. Бугангойному саях талда келеске дискенче. Саугонздар. Благодарим стилистов салона «Анжела Мода» за помощь в подборе одежды для ведущей.